Сою. Привет. Он мужское сословие. Травим жука. Да. Бодя вот травил недавно. Он, скотина, даже и не подумал сдыхать. Ну как не подумал? Он то подумал, но не так, как нам бы хотелось. Поэтому мы, сыночек, руки не бери. Угу. Нет. А, Радику. Я Радику, да. Поэтому вот таким вот препаратом брызгаем. И сюда же добавляем еще и вот такой вот. Так, теперь у нас вот такой насос. Так, сынок, ты будь тут. Бодя, а ты пошли со мной. Ага. Ветер оттуда. Поэтому мы начнем прыгать оттуда. Как вот от него? Он убьем здесь. Вон, гляньте какой жук, сынок. Вот таким вот макаром будем брызгать. Будем не брызгать, а будем заливать нахер. А то он сожрет и нас, этот жук. Останется без картошки. Так, завтра все на огород, все становимся в ряд и рвем. Ты подгортал вот эту картошку? Нет. Молодец. То есть надо папе все ходить и говорить. Как на озеро, так? Никто ни у кого не спрашивает. Все все знают. Ларис, мы поняли уже, уже ты говорила. Так, сынок. Да. Сейчас берешь два ведра.
Ага. Девчатам бегом спасти гусей. А то я их нахожу вместе с Аллочкой. О, уже выгоняй. Молодцы. А ты носи двумя бедрами, чтобы я тебя не ждал тут. Угу. Все, ребята, давайте, пока.